Весна. Наступил сезон посадок. Перед тем, как перекопать землю, разбросали по пашне прошлогоднюю траву, перегнившую за зиму в бочках, и золу, накопившуюся в печи. После перепаски формируем грядки. Реклама. Вот были юбилей, развлечем. Развить комочки и сделать землю как можно мягче и пушистее. Бумаги, питательный раствор. Колпачок на 3 литра воды. Лук, севок. Вот, вкусно. Сутки простояли. И теперь на час полтора замочим в марганцовке от болезней всяких. Если где я ошибусь, ничего страшного, вырастет. Ой, лук выдирать. Хоть бы подсох немного, без дождя побыло, да, Лед? Да, видишь. Как лук-то, Лед? Да вот, запаканьте его, который лук помягче. Башка там, может, пригорела, может, в целом, в МВД отвечается, процедура сдачи на права усложнится.